к черту пропали, а? Брагин. Где Брагин? С него не можем начинать. Скорее. Давление падает. Пошли вы все к черту. Брагин! Олег Брагин! Да здесь я. Что случилось? Олег, ты что стоишь? Делай что-нибудь. Это же Лариса. Помоги ей, Олег. Надо, пожалуйста. Надо. Отпустите ее, пожалуйста. Выпустите меня отсюда. Я не хочу здесь больше находиться. Откройте. Слышите, откройте. Я не хочу здесь быть. Откройте! Олег, ты встал? Олег, вставай, опоздаешь в аэропорт. Олег! Ага, лежишь. Доброе утро. Вот не купил вчера лук. Мне теперь яичницу тебе нечем заправить. От негодяя. Вот что все мои родственники из седьмого поколения горели адским пламенем. Сволочь я. Ну как же я мог? Черт! Лучок ты бедный-то перележит там в магазине, грустный, одинокий. А ведь мог бы стать прекрасной добавкой к моей яичнице с двумя веселыми яйцами. А я все предугадала и сделала сырники. Ты же опоздаешь в аэропорт. Сначала. Ну, мне просто жалко, что ты опоздаешь. Ты же сам просил меня, чтобы я тебя вовремя разбудила. Олег, ну что такое? Кидаешься на меня. Всему свое время и место. Женечка, ну, какая же ты все-таки занута, а? Все у тебя по правилам, конечно. Секс по выходным. Да, конечно. Да. А кто в наше единственное свободное утро решил обязательно надо встречать его своего любимого Сережику, который маленький мальчик не может доехать сам с аэропорта на электричке, а? Ты все-таки, а? Сварлила эта жена. Я жизнь свою все испортил, женившись на тебе. Да, потому что это просто какая-то сказка, красавица-чудовище. А это я чудовище, что ли? Конечно, я-то красавец. Я тоже ничего, смотри, ну боже, смотри. Ничего. Ну хорошо, давай только. Быстрее пытай. Мой хороший, любимый. Хороший, любимый. Сырники горят! Сырники горят! Господи! А-а-а!
В общем, мне это Варвара Петровна заявляет. Я, говорит, убирать не буду. Зови санитарку. А санитарка пошла обедать. Вот что мне было делать? Ой, какой сложный вопрос-то. На него мог бы ответить только Борис Бурда. Мне кажется, но вам надо было самой помыть пол. Ну, тогда они вообще мне на шею тянут. Я все-таки операционная медсестра. У меня есть свое дело, своя работа. Вот. Ну, ты вообще за кого, Олег? Я? Да. За мир во всем мире. Я мирный атом. Ой, не знаю. Мне кажется, без Зименской такой бардак у нас начался. Просто кошмар. Скорее бы уже назначили кого-нибудь. Я вот, кстати, работала тогда, 61-й. У нас за неделю главного назначили. Лена, у нас 4000 штатов. В каждом отделении есть свой начальник. Ты хочешь, чтобы все начальники были хорошие? Ну, тут же интересно будет жить. Не с кем воевать. А так, у нас есть целая Зименская на здравие. Ты, пожалуйста, Варвару Петровну ей в письменном виде. Слушай, а мне кажется, вот если бы тебя назначили начальником, ты был бы очень хорошим начальником. Ну, спасибо. Ну, да, ну правда, какой вот твой первый приказ был бы? Категорически запрещается умирать. Все, я полетел. Давай, давай. Ленка, если я задержусь, я звякну. Ага. Ну, чего ты? Уходишь. А я остаюсь. Я ухожу, чтобы вернуться. Слушай, маме вечером позвони и заедешь к ней, да? Зачем? Ну, ты сам знаешь, она вчера еще спрашивала про ковер. Господи. Лен, ну не до этого сейчас, а? А что не тебе скажи? Ну, ладно. Все, поезжай аккуратно. Ты у меня самый хороший, самый умный, самый любимый. Все, я тебя люблю. Давай. Пока. А риэлтору не забудь позвонить, Олег. Хорошо. Да, это очень серьезно. Я серьезно с тобой разговаривал. Я услышал. Давай. Пока. Все, пока, пока. Сама позвонишь. Алло, да? Оксана? А здравствуйте, да, это Лена Михайлова. Здравствуйте. Я просто вам хотела сказать, что у меня муж еще не решил вопрос с документами, но нет, ничего не значит, нет. Все в силе, и квартиру мы ищем, все нормально, да. Нет, вы не волнуйтесь, что? Почему он откажется? Да что вы? Нет. Не волнуйтесь, я его уломаю. Уломаю. Да, так что все нормально, работайте, пожалуйста. Ага. Ну, до свидания. До свидания. Вер, Юрий. Здрасте. Витя, здравствуйте, как я рада вас видеть, Витя. Ой, Господи, вы не ушиблись? Извините, пожалуйста, да я-то нет, я вас не ушибла. Не-не-не, а то опять зеленка понадобится. Здравствуйте, Витя. Здрасте, Вера Кирилловна. Пойдемте. Да. Ну, что там у вас творится без главврача? А, ну что, еле-еле творится. Вся административная работа теперь на мне, а я, сами знаете, ну, больше практик и... Да. Честно говоря, ужас какой-то. Все время заполняю какие-то бумаги, кому-то звоню, заседаю где-то. Голова кругом. Не волнуйтесь, потому что скоро все это мучение ваше закончится. Что, назначили уже кого-то? Да. Вчера окончательно приняли решение. Она сейчас подойдет. Я, собственно, вам и позвонила, потому что я считаю, что, ну, такие вещи лучше знать заранее. Это точно. Познакомиться. Я не думаю, что вам придется знакомиться, потому что вы знакомы. Это Марина Нарочинская. Как Марина? Она же, по-моему, в ЦКБ ушла. Проходите, давайте сюда коробку. Да, ушла в ЦКБ. 3 месяца проработала. О, присаживайтесь. Спасибо. И вернется к вам на мое место. Я, честно говоря, была против. Я Марину знаю очень давно. Я когда-то у нее даже преподавала. Лет через 10, может быть, она справилась. Сейчас, ну, у нее нет опыта совершенно. Я не знаю, что будет из этого. Ну, а почему все-таки она? Ну, такие должности получают либо по большому блату, либо за выслугу лет. В ее случае, я думаю, что ее отец знаменитый сыграл свою роль. Ну, то с другой стороны, у нас у всех хорошие отношения с Мариной. Она знает отделение, специфику. Я даже рад. Ну, хорошо. Время покажет. Как вы? Как Полина? Как дочь? Да,
Да по-разному. Ну, слава богу, с дочкой все хорошо. Вера Георгиевна, вообще все хорошо. Все нормально. Как вы, как ваши дети. Мои растут. Я вот, видите, тоже расту. Да. Вот один кабинет сменила на другой. Жаль, что вы от нас ушли. Все жалеют. Были причины, Петя. Разные были причины. Здрасте, Вера Георгиевна. Здрасте, Марин, заходи. Здрасте, Петя. Здрасте. Ну что, как ты съездил? Как Никитос? Ой, Никита взрослый мужик уже. Выше меня, представляешь? Я сам обалдел. Поступил в медицинский колледж, а через 2 года собирается первый мед. Ну, я, конечно, не знаю, что из-за этого получится, но он настроен решительно. Молодец. Слушай, что-нибудь придумаем. Подключим Зименскую, она к тому моменту уже станет министром здравоохранения. А что, про нового главного ничего не слышно? Обещают. Вопрос решается. Слушай, пришлют кого-нибудь, переживем и это. Как сам-то? Нормально. Семейная жизнь. Квартирный вопрос. О, квартирный вопрос, да. Мне тут Пастухов позвонил. Ну, деликатно, как всегда. В общем, поднял плату за квартиру. Видимо, ему все плешь жена проела. Слушай, имей совесть, он так тебе за копейки сдает. Погнали. Погнали! Это да. Ну, видимо, мой льготный тариф закончился. Да иду, иду! Кто там? Кто? Мам, ты что ли? Ну, я, конечно. Ой, господи, мама. Ой, ты жива. Я думала, уже все. Стучу, звоню. Ой. Дверь не открываешь. Думала, удар хватил или... Или что? Ну, я посуду мою не слышно, ну. Ой. А то сейчас такая погода, и удар может хватить, и давление, и все что угодно. Это что такое? Что, ковер? Сами ты не заберете? Давай ножницы тащи. Никак вы собрать не соберетесь. Вот сама и приперла. Олег же, мама, он же обещал выходной забрать. Так у него сегодня выходной. Ну, другой выходной. Ой. Так, ну. Да твой муж полгода уже мой свадебный подарок забрать не может. А я вам его на свадьбу подарила. Хочу, чтобы вот здесь лежал. Добротно, уютно. Ой, мамуль, красиво. Мамуль, ну он не потому, что не хочет, а потому что мы же все равно переезжаем, понимаешь? Мы бы новую квартиру забрали, ты со своим давлением таскаешь такие тяжкие. Давай, разворачивай. Ой, ух ты. На. Красота. А? Слушай, правда, какой хороший, а? Ой. Слушай, какой красивый! Ой, красота! Цвет такой насыщенный, мама! Честно, я была уверена, что я переверну эту страницу и отказалась от должности, как только мне ее предложили. Но после смерти папы... А когда это произошло? 2 недели назад. В общем, я передумала и согласилась. Ну, мнение Веры Георгиевны мне известно. Ну, извините. Петь, что вы думаете? Ну, что я думаю? Я думаю, это неплохо. По крайней мере, я вернусь в операционную. Пойду почту проверю, извините. Важное письмо жду. Ведь откровенно, кого ждут в отделении главным? Откровенно, Марин. Ну... Наверное, кого угодно, только не вас. Ну, вы поймите меня правильно. Я имею в виду, вы, что все очень удивятся, когда вас увидят. Это я имел в виду. Вы когда выходите? Завтра. Данин, когда? Да, я скоро буду.
Слушай, подожди, звони всем, кто в отгуле, кто после ночной, пусть все приходят. Да, давай. Что? Самолет во Внуково разбился. Да, полчаса назад. Спасатели уже работают. А пострадавших много? Пишут, что много, если, конечно, не пугают. Но, судя по фотографиям, немало. Петь, вы на машине? Нет, мы продали. Ну, временно. Я минут через 5 вырублю с парковки и буду ждать вас у выхода. Вы тоже поедете? А вы как думаете? Конечно. Хорошо. До свидания, Вера Георгиевна. До свидания, Марина. Удачи. Жду. Надо ехать. Я хотела вам сказать, вы мне звоните. Если будут проблемы, я помогу всегда. Хорошо, спасибо. И я буду звонить, можно? Да, конечно. Буду вам звонить. Да. Просто вот сижу тут одна. До свидания. До свидания, спасибо вам, Верка. Все очень хорошо. Вы что, все-таки решили продавать, что ли? Да, это Ленка решила. Ну, так подумали. Она не мою квартиру. Маме ее квартиру. Нам большую. А маму в ее квартиру. Я сказал, Ленок, делай как хочешь, мне все равно. Это, конечно, не мое дело. Но ты понимаешь, что в случае чего ты вообще без квартиры останешься? Так, не будет никакого случая чего. Все будет хорошо. Поженились, проживем всю жизнь в мире и согласии. И умрем в один день от экстаза. Вот такой у меня план на будущее, понял? Хороший план. А помнишь та квартира в Лефортово, которую ты мне показывала? Большая, светлая, ну, такая, да. Уютная. Ну, вы что, ее забраковали? Ну, вам Олегу не понравилось, потом она очень дорогая, мам. Опять 25, ты чего ему не нравится? Капризный твой Олег. Нет, мама, не капризный. Мне она тоже не понравилась. Потому что подъезд какой-то страшный. Вообще мы не спешим, поищем еще. Ты знаешь, дочь, не распускай ты своего мужа. Он и так у тебя делает все, что захочет. Мам, я знаю, что ты мне хочешь сказать. Ну, что я хочу тебе сказать? Он меня не любит, ты это заметила. Полюбит, никуда от нас не денется. Дочь, ну он же старается, старается ведь, а? Он действительно старается. Он вообще очень добрый, мам. Дочь, тебе это с ним хорошо? Очень. Мам, очень хорошо. Ой, доченька. С таким-то ковром будет еще лучше. Пострадавшие 38 человек, оставленные в больнице. Красота, да? Правда, хорошо, да, лежит. Катастрофы называют человеческий фактор, погодные условия и неисправность самолета. Наиболее вероятно стали плохие погодные условия. Об этом сообщил представитель военного командования полковник Сергей Иванов. Очевидцы сообщают, что слышали в районе крушения мощный взрыв. В настоящее время на месте катастрофы продолжают работать спасатели. Мы будем держать вас в курсе событий. Дмитрий Петров, Василий Захаров, специально для России. Брагин, давай ее скорее на обочину, а то тут нас сейчас по шоссе раскатают. Вон туда, давай. Да вижу. Все, поворачивай. Ну, поворачивай, у тебя руль, ты и поворачивай. Тихо. Осторожнее. Держи. Стой. Что делаешь-то, а? Капот открой, посмотрим, что там. Данил! Ну чего тебе, ну? Когда? Сейчас едем. Да встретил. Он в Шереметьево прилетел. В Шереметьево прилетел, тебе говорят. Все, давай, пока. Что случилось?
Все, срочная мобилизация, бросаем тачку. Во Внуково самолет упал. Блин. Окна закрой. Сережа! Привет! Надо же! А что случилось, заглохли? Ага. А я еду, думаю, ты не ты. О. Здравствуй, Сережа. Добрый день. Привет. Вам куда? На Сухаревку. Поехали, я вас подвезу, у меня есть время. Я Даша, знакомая Сергея. А я, кстати, Олежа, знакомый Сергей. Очень приятно. Садитесь. Поехали. Поехали? А машину так, что ли, оставишь? Да хрен с ним. Погнали! Да, Нина? Да, я все поняла. Не волнуйтесь. Да, сейчас я его разбужу. Все. Салама, вставай скорее. Вставай, родной. Просыпаемся. Я сутки не спал. Я все понимаю. Но Нина звонила, у вас аврал, и нужно срочно ехать обратно на работу. Никуда я не поеду. Ну, заяц, вставай. Ну, лапа, ну, давай. Салама. Ай, что ты кусаешься, а? Хищница? Проснулся? Я тебя сейчас... сейчас покажу, как я проснулся. Что у них там случилось? Я не знаю, ну, какой-то аврал. Опять аврал. Солнышко, мне уже совсем пора. Представляешь, у меня сегодня 2 интервью. Я почти уже опаздываю. Так, я тебе там полышницы оставила. И еще 2 помидорчика. Сам себя порежешь, хорошо? Или стоять. Что такое? Ты выйдешь за меня замуж? Ты думаешь, сегодня что-то изменилось? Я не знаю, просто обещал спрашивать каждый день. Нет. Смотри, телефон мне не позвони, сказала Костика из-под земли достать. Понял? Что так и сказала? Так и сказала. Из-под земли. Из-под земли. Лимон, я тула. Я тебя тоже люблю. Все, я убегаю. Хорошо, пока. Аккуратно через дорогу переходи. Хорошо. Алло. Салам, я сплю. Ну не сплю уже. Чего надо? Все, сейчас приеду. Ну приеду, говорю. Все, да. Давай, пока. Давай. Слушай, ты где работаешь? В таможне. Везет тебе. Наверное, у вас там тишина и покой. Угу. Я думаю, успеем. Ты поехали, Андрей! Андрей, вы где? Заберите, пожалуйста, ради бога, вот этого мужчину в первую смотровую. Где у вас зав. Отделение? Почему так долго принимаете? Кто? У нас мужик с черепно-мозговой открытой, в критическом. А здесь что, другие? Здесь все в критическом. Слушайте, я подняла всю прошлую смену. Сейчас все приедут, мы возьмем всех сразу, я вам обещаю. Сейчас что такое-то, а? Заберите женщину, пожалуйста, перевязочную. Ну а что ж вы стоите-то? Ну что такое? Вы привезли сразу 25 человек. Вот и все, мы же не можем все так охватить. Ну, я бригаду по дороге согласовал. Вы сказали, возьмем. Ну кто вас обманывает? Да мы всех возьмем. Что случилось? Вам все объяснить. Здравствуйте. Ничего себе. Ты откуда? Привет. Я вернулась. Так что можешь мне сразу кого-нибудь дать. Таня, а где я могу взять чистый комплект одежды? А, все, сестры, подмени. Я не поняла, она вернулась? Я тоже не поняла, но поняла, что вернулась. А зачем было уходить? Я не знаю. 38 лет. Обширная рваная рана семенной области. Ушиб головного мозга. Сознание не приходил. Второй пилот. Кабина в смятку, врезались в опору моста. Единственный, кто выжил в кабине. Давайте его во вторую хирургию, в противошоковую, я договорюсь. Ребят, дедушку Ниночка. Моего возьмите, пожалуйста. Не надо, я пришел. Отлично. Гости, возьми человека. 5 минут. Допустим. Нет. Давай вот его в первую смотровую. Иди, передевайся. Он подвинется, это нормально. Нин, пусть Марина возьмет пилота. Ну, если сможет, конечно. Да. И дайте ей нашу медсестру, все-таки наш пациент. Да, все, я тебя поняла. Увозите, а чего ждете? Я сказал первым. А внук мой Юра где? Со мной Юра был, внук.
Блин, надо было на метро ехать. А где здесь метро? Далеко? Ты что, с ума зашел? 4 километра потащим то путь. Да вы не волнуйтесь, мы после светофора быстрее поедем. Правда? Обязательно. Я, кстати, с Сережей познакомилась в Германии. Я там была переводчиком у русских, которые приезжают лечиться. А вы в Германии живете? А, да нет, нет, теперь я живу в Москве. У меня здесь папа, я к нему переехала. Хочу жизнь свою изменить. Я, кстати, училась в экономической школе высшей в Мюнхене. Потом поработала немного и поняла, что нет. Это не мое. Ну и правильно, что-то в этой Германии делать. Брагин, давай на метро, а? Ну так нельзя делать, это опасно. Да ладно, в Москве все так ходят. Зато машинки проскочили. А, вот здорово. Где сидели в самолете? У окна. На Москву смотрела. В Москве давно не было. Чем ударились, помните? Ну, туда головой. Самолет очень сильно тряхнул, и я стукнулась прямо лицом об иллюминатор. А потом чемоданы сверху полетели, что-то очень сильно ударило сверху, а потеряла сознание, очнулась уже только в скорой. Так. Юр, найдите, найдите. Юр, Зуев Юрий Андреевич, 17 лет. Какой-то вот здесь все в порядке. Да. Юрка, внук мой, 17 лет. Да, понимаете? Потерпите, сейчас доктор придет. Уважаемый, сотрясение у вас небольшое, так что ничего страшного. Ой, доктор, что-то живот заболел. Ой, господи, что-то больно. Ой, я мне лучше... Вы почему сразу не сказали? Мне не болело, вот сейчас что-то заболело. Ну что, я посмотрю. Здравствуйте, Иван Николаевич. Привет, Костя. Ой. Внук, 18 лет, летели вместе. Отправили в вашу больницу. Кажется, ну узнай, мальчик, пожалуйста. Да, конечно, сейчас бегаю. Только разрешите, я для начала вас осмотрю. Бланк осмотра сюда. Доктор, а еще со мной муж был, Володя. Он все время был со мной, он меня за руку держал, а потом куда-то подевался. А где же мне его теперь искать? Ой, больно, доктор, помогите, пожалуйста. Таня, УЗИ нам срочно. Возможно, придется подождать. Сумасшедший дом. Давай чемодан. На, держи. Ну, спасибо вам, Даша. В общем, вы нас прямо выручили. А можно я как-нибудь к вам приду в гости? Так интересно, как у вас все внутри обустроено. Конечно. Нет, у нас посторонних не пускают. Что за ускляку? Приходите, Даша. Я вам лично все расскажу и покажу. Ну? Спасибо. Ну, пока. Пошли. Ты беги, я догоню. Даша, зачем ты приехал в аэропорт? Я же тебе, у меня встречать не надо. Ну, ничего страшного. Я же пригодилась все равно. Ну да. Спасибо. Так, я тебе из Екатеринбурга деньги привез, долг. Сереж, ну что ты, давай не здесь. Лучше мы с тобой встретимся еще раз, ладно? Тогда отдашь. Да просто встретимся по-дружески, Сереж. Это тебя ни к чему не обяжет. Даша, зачем ты повсюду за мной ходишь, а? Что тебе надо? Ладно, все, мне пора. Пока. Ты мне позвонишь? Позвоню. Давай. Оп. Ступеньки. И взяли. Снимай, куда дергаешь? Все. В первую очередь мне нужно КТ головы и рентген грудной клетки. Вы меня поняли? Да, я поняла. А вы наш новый хирург. Я какое-то время назад здесь работала, а теперь вернулась. Ясно. Значит, теперь хирургии будете работать? В том числе. Так, ну КТ я ему смогу организовать и раньше, чем через час, потому что его последним привезли, там невероятная давка, и меня девочки просили свободно до обеда к ним вообще никого не привозить. А вот после обеда... А вы давно здесь работаете? Ну, допустим, 2 месяца, а что? Значит, томография мне нужна через 15 минут, а девочки либо пообедают попозже, либо не пообедают совсем. Если вы не заметили, у нас в приемном отделении форс-мажорная ситуация. Слушайте, а вы почему мне указываете?
Вообще-то у меня свой начальник есть. Я свои обязанности очень хорошо знаю. Вас как зовут? Карина. А меня зовут Марина Владимировна Нарочинская. Я ваш новый главврач. Делайте. Так я же не знала. Вы, конечно, сейчас все сделаю. Это же совсем другое дело. А простите, а как ваша фамилия? Нарочинская. А, ясно. Почему к нам, а не в Ожоговой? Так не довезем. В машине остановка сердца была. Берете? Сказали, в кабину полез, раненого пилота вытаскивать, а там возгорание, рвануло что-то, его и придавило. Кончается мужик. Не, а может и нет, в машине-то он разговаривал, какую-то Лену просил. Салан, остановка сердца, ожоги процентов 60-70, стабилизируем и в ожогу его. Ага, все понял, принял. Давай, давай, завали. Эй, так он у вас? Екатерина Ивановна, реаниматолога срочно! Нет! Не везите к нам. Вы слышали про самолет? Вот все у нас. Везите в 13-ю, пожалуйста. А, девушка, я жду. Узнайте состояние здоровья второго пилота. Нам нужно срочно поговорить. Девушка! Ну не могу я сейчас, простите. А я вас очень прошу. Нужно выдать медиа предварительные причины катастрофы. Он единственный выживший из пилотного состава. Девушка! Дайте мне время, подождите. Я физически не могу. Ну хорошо. Тогда улыбайтесь. Я очень испугалась. Мне очень страшно. Девушка. Добрый день. Юрий Васильевич, лейтенант МЧС. У вас? Нам сказали, что у вас. Нет, ну может быть у нас. У меня просто куча бумаг. Не надо посмотреть. Он с ожогами. Его, может быть, и не к вам повезли. Может быть, я ему на мобильный звоню, он мне отвечает. Да, конечно, может. Девушка, я сейчас найду, посмотрю. Вы да. Подождите. Пришли списки. Смотрите, пришли списки. Я сейчас поверю. Покажите, вот пожалуйста, а можно? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Девушка, прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста, прочитайте нам. Девушка, прочитайте, пожалуйста. Молчите же! Я охрипла, просто мне трудно. Литвиненко Екатерина, Первая Градская. Болгов Сергей Владимирович. У нас. Болгова Александра Юрьевна. У нас. Варенников Тихон Петрович. Погиб. Ермолаев Роман Аркадьевич. Девушка, миленький, это ошибка. Варенька, Тихон, это же мой сын, ему всего 14 лет, как погиб, проверьте. Ну, не может быть. Садыков Азиз Ибрагимович, Первая Градская. А Сережа? Зимовье. Девушка, пожалуйста, дайте мне телефон в сумочке. Будьте добры, пожалуйста. В общем так, у вас ушибы мягких тканей и порезы. Так что, Евгений Викторович, вам крупно повезло. Внук мой, где? Пока не нашли. Я сказал, в приемном там ищут. Ты ж пойми, он у меня один. Мать его, Маша, дочка моя, когда он был маленький, умерла. А отца-то он так никогда и не видел. Тот Машу мою оставил, еще когда она беременная была. Понимаешь, а потом Юра рос и решил отца найти. Вот искал, искал. И нашел тут, в Москве. Списались они как-то по интернету. В малом тазу за маткой много свободной жидкости. Вы думаете, кровь? Я не знаю, кровь или моча. Мочевой пузырь не наполнен. Разрыв мочевого вполне возможен. Понял, понял. Да, Володя, ну что ж ты не отвечаешь, да господи! А Юрка говорит, все, полечу. А мне что? Я говорю, я с тобой. Он же меня один. Я чего боялся-то? Что он полетит в Москву и не вернется. Останется жить в Москве с отцом. Отец-то его должен был встречать в аэропорту. Ну вот и полетели. Сами знаете, Иван Николаевич, что при такой травме может быть все что угодно. Может быть, живот полной крови. Спасибо. Володя! Володя, это ты? Володь, я жива, слышишь? Это я! Тихо. А кто это? Кто? А почему у вас его телефон? Что с Володей? Где Володя Болгов? Кто взял его телефон? Что случилось с Володей? Трубку бросили. О, боже, божечки! Ну, помогите! Таня, готовьте операционную. О,
чего пишешь-то? Так, мы сейчас вас перейдем в палату, побудете у нас пару дней. Если все нормально, то мы вас выпишем. А внука вашего мы обязательно найдем. Может, он в другой больнице. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Тебя жду в операционной. Сейчас. Все. Держитесь. Отдыхайте. Живого привезли, что я могу сделать? Салам, зачем ты его принял? Теперь нас летальный повесит. Я его не принимал. Пастухов его принимал. Они на скорой всегда так делают, чтобы себе статистику не портить. Да? Да. Жень, если вы закончили, поднимись на вторую операционную, тебя ждут срочно. Мы вообще ничего не успели сделать, он по дороге скачался. Как фамилия? Юренев. Черт. Слушайте, там жена ждет приемного. Идите, скажите, пожалуйста. Не, пожалуйста, скажи сама. Ожоги 80%, вообще без шансов. Ну, здесь не скажу. Тебя Куликов ждет в рентгене. А, хорошо, иду. Ой, черт. Извините. Даже не думай, Паша. Я к тебе не вернусь. Все. Все, я сказала. Он умер, Лена. Его нет. Теперь развод тебе не нужен. Будешь со мной. Ты понимаешь, Паша, я так не хочу. С ним хотела остаться, понимаешь? Я думала, он сегодня со службы домой придет, я ему все расскажу. Он поймет меня, он простит. Я так не хочу. Ты не виновата. Никто не виноват. Уйди от меня. Паша, уйди от меня. Теперь всю жизнь этот грех на моей душе будет, понимаешь? Петр Вик! Петр Викторович, что мама? Пострадавшего явно инфаркт по кардиограмме. Я бы еще эмфизему диагностировал. Эмфизема? Да нет там эмфиземы. Пойдем. Нина, почему никто? Ты как? Нормально. Я могу подождать. Потом подожди. Нина! Ниночка. Петя, этот день когда-нибудь закончится, правда? Закончится. Нин, пусть первый освободившись возьмет того паренька, хорошо? Да, я помню. Ты Полин не видела, я просто не могу до нее дозвониться. Она не вышла, я думал, ты в курсе. Как не вышла? Почему? Так сказал, не может после смены, что ребенка не с кем оставить. Понятно. Еще кто-нибудь не вышел? Да все тут, ну не хватает врачей все равно. Или бы какую-то девушку сейчас. Вик, возьми, пожалуйста, того паренька. Хорошо? Хорошо. Нин, куда она с пацаном? Первый там освободилась. Ты знаешь, с кем приехал Пастухов? Все, потом проехали, давай. Игрега. Сергей Анатольевич, у меня к вам в помощь позвали. Да, салам. Смотри, тут перелом ребер с 5 по 8 справа. Плюс гематурокс, плюс оскольчатый перелом правобедренности смещения. Кровь легких. С правой стороны, затемнение. Что, дренируем? Да. Давай, ты дренируешь. Вик, мы закончили, санитара зови. А я, наверное, сразу бедром займусь. Там отломки нехорошие, есть риск на смещение. Хорошо. Доктор, доктор, дайте, пожалуйста, телефон. Я потерял жену, мне нужно позвонить. Жить. Номер. Я не помню ее номер. Мы уже 2 года не живем вместе. Летели, чтобы официально развестись. Женились в Москве. И разводиться решили в Москве. Не помню. А если ее нет, как я узнаю? Вы знаете, там уже есть списки погибших и пострадавших. Я позже узнаю, что, как насчет вашей жены. Давай, быстро. Салам, на раз, два, три. Раз, два, три. Оп. Быстро в операционную. Давление 80 и 40, пульс 40. Берем кровь на группу, общую биохимию и электролиты. Как тебя звать-то? Карина. Да не тебя, милая, точно. Тебя как зовут? Юра. Юрка, что, у тебя болит? Нет. Где мой дед? Я знаю, его скорая забрала, а он у вас, да? Живот болит? Нет, ну чуть-чуть. Тянет только немножко вот здесь. Олег Михайлович, посмотрите.
Да елки-палки. Везде жидкость. Срочно готовим операционную. Мне нужен ассистент Лазарев или Иванов. Только котика надо быстрее все делать. Тоже нашел себе котика. Бегом, родная моя, не время для романтики. Бегом! Бегу! Тоже спортсменка, что ли? А это я так умираю, да? Ты же, парень, с ума что ли сошел? Ты мне еще в армию пойдешь, родину защищать. Олег Андреевич, вы меня слышите? Вы в больнице после авиакатастрофы. Вы меня понимаете? У вас ожог слизистый. Повреждены верхние дыхательные пути. Поэтому нет голоса, но голос восстановится. Сожмите, пожалуйста, руку, если вы меня понимаете. ФСБ, можно пообщаться? Вы что здесь делаете? Кто вас сюда пустил? Это реанимационная палата. Выйдите, пожалуйста. Мне можно. Что значит можно? Человек в критическом состоянии. К чертовой матери отсюда! Быстро! Вот, снимок ЭКТ. Ты? Привет. А что ты где делаешь? Догадайся. Так, что здесь? Простите, а Юрий Зуев не поступал к вам? В списках нет? Нет. Зуев? Да, Зуев. Зуев, Зуев. Зуев. Зуев Евгений Викторович, 31-го года рождения? Нет, Юра мой сын. Он, ему 17. Светленький такой парень, глазастый. Знаю, вроде светленький, я его не видел никогда. Коля! Это да. Коля! Ты где? Ты где, Оль? Я слышу, я слышу. Как он летит? А где-то? Твой самолет в Москве разбил, ты не знаешь? Ты дура. Корова, я тебя обзвонил. Я чуть от страха не умер. А ты рейс проспала? Дура ты, корова! Она рейс проспала, представляете? Ага. Она жива, представляете? Да слава богу. Она жива! Жива, моя Оленька! Жива! И вам повезет. Повезет. Повезет.